На протяжении нескольких лет Наталья дарит тепло и заботу людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сейчас она помогает пенсионерам, находящимся на самоизоляции. Вместе с единомышленниками девушка развозит горячие обеды и лекарства жителям Волжского района. Наталья признается, люди, которые получают помощь, ежедневно говорят волонтерам добрые слова и благодарят за поддержку. Благодарят, что мы не оставляем их, благодарят, что мы оказываем им внимание, потому что помимо благотворительной деятельности для людей пожилого возраста очень важно именно внимание. Сегодня автоволонтеры получили подарки. Топливные карты для заправки машин и средства индивидуальной защиты для работы с пенсионерами. Сегодня Волжский район мы привезли от нашего федерального штаба из Москвы маски, антисептики для того, чтобы еще больше обезопасить наших волонтеров, так как они все-таки подвергаются небольшому риску при взаимодействии с другими людьми. В Волжском районе работают 92 волонтера. Каждый из них прошел обучение и получил сертификат для оказания помощи людям. Наши волонтеры развозят продукты, наши волонтеры покупают вещи первой необходимости для граждан, которые не могут сделать это самостоятельно, и для граждан пожилого возраста. В каждом из 15 поселений Волжского района есть свой небольшой волонтерский штаб. Добровольцы работают ежедневно и готовы оказать помощь нуждающимся в любой момент. Чтобы связаться с волонтерами, необходимо зайти на сайт проекта «Мы вместе» или позвонить по телефонам горячей линии. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.